Закон о председателе Международного совета, обсуждение утверждения отчетов правления Российской Шахматной Федерации Ревизионной комиссии, избрание руководителя Российской Шахматной Федерации сроком на 4 года, избрание руководящих органов Российской Шахматной Федерации, утверждение положения Ревизионной комиссии, избрание нового состава членов Ревизионной комиссии, ход выполнения программы Российской Шахматной России, презентация проекта Электронной Шахматной Федерации и разные. Предлагается с учетом поступивших предложений дополнить повестку дня вопросом о внесении изменений и дополнений в Устав Российской Шахматной Федерации. Есть ли возражения или дополнения против предложенной повестки дня с учетом дополнения вопросов о изменении Устава? Прошу проголосовать повестку дня. Кто против? Воздержавшись? Нет. Спасибо. Для дальнейшего ведения предоставляю слово Сергею.